Омске врачи скорой во время дежурства изнасиловали фельдшера. Ой, ужасная новость. По словам 40-летней женщины фельдшера, преступление произошло сразу после Нового года, то есть 1 января. Во время дежурства она посетила комнату отдыха, и позже туда зашли, получается, ее двое коллег, которым 53 года и 63 года. Ну и там произошло это дело насилия. Нет, вот ужас, ужас, конечно, трэш трэшем, но все же вот изнасилование американскими медиками и врачами женщины, спящей красавицы, которая 10 лет лежала в коме, это все-таки трэшовый, согласись. Нет, я хочу отдать должное мужику, который изнасиловал в 63 года. Молодец. Я тебя понесу. Что я могу сказать? Что несешь-то? Сисина. Ну просто, как бы, все же понимают, что не всегда это возможно. Да, это невозможно, понимаешь? Еще раз говорю, женщина, которая провела в коме 10 лет, она не спящая красавица. Я вообще не представляю. Это просто невозможно. А чего щечки-то раскраснелись? Да я просто в шоке. Понимаешь, ладно, все, хватит тут меня смущать.